Одна женщина попросила, она говорит, Юрочка, скоро, говорит, завершение комсомольской областной конференции, нужно что-то сбацать, понимаешь, такое нормальненькое, с ребятами вышли, сбацали комсомольскую песню, после чего разошлись, и все, вопросы есть, я говорю, вопросов нет. Вам заплатят подарки, подписки, значит, короче говоря, на машинах туда-обратно, вопросов нет, я говорю, вопросов нет, все хорошо. Значит, я говорю своему другу Паше, он мне пел, как и я тоже, но он пел первым голосом, я вторым, потому что он был без инструмента. Я говорю, Пашенька, песенку сделаешь? Он говорит, Юрок, когда? Я говорю, завтра. Про что? Я говорю, про комсомол. Вопросов нет. В мажоре? Я говорю, в миноре. Он говорит, конечно, а сделаю. Ну, короче говоря, мы приходим в этот ДК, я не помню уже какой. Значит, сидят комсомольцы, областная конференция подходит к концу, комсомольцами все забито. Эта женщина выходит и говорит, завершает областную комсомольскую конференцию вокально-инструментальный ансамбль, ну, неважно, Трюверы. Звучит комсомольская песня с комсомольским задором. Занавес отодвигается, мы стоим на кругу, уже, значит, спинами туда, включает, значит, сигнал, круг разворачивается, мы уже подключены, колонки, барабаны, гитары. Я к Паше говорю, Паша, значит, в ля миноре нормально песню сделал? Ему так на ушко говорит, нет. Я говорю, как нет? По-моему, он тебе расскажет. Нет, я говорю, как нет, неважно, как я не сделаю? А, нет, сделал, извини, все нормально, все, я говорю, ну тогда поехали. Она говорит, итак, встречайте. И я говорю, Юрочке, он тоже был тезка мой барабанщик, я говорю, Юра, что там? Мы поехали играть. Паша начал петь. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Я смотрю, у него глаза так. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома, светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны. Мы с такими волосами. Надежда! Мой компас! В общем, куплет зарубили. Я говорю, Паша, нас же расстреляют. Идиот, второй куплет знаешь. Он, Юрок, не знаю. Я говорю, пусть, зараза. Он, надо только выучиться ждать. Надо быть суровым и упрямым. На меня как? Я говорю, да черт его знает. Надо только выучиться ждать. Надо быть суровым и упрямым. Надо, я говорю, черт с тобой. Надежда! Мой компас земной! А он знает. Выхожу к микрофону и говорю, Ленин, партия, комсомол, Ленин, партия, надежда, Ленин, надежда. Закончили песню, опять включая круг, нас разворачивают, я думаю, все, расстреляют здесь же. Эта женщина подходит, Юрок, обалдеть, вязал стал, хлопали, комсомол, Ленин, партия, убой. Только подошел первый секретарь, говорит, а слова про комсомол не было. Я говорю, все вопросы к Паху, она не же будет прямо писать. Она же пишет с подтекстом, понимаете? Она говорит, ну, вам премия немножечко побольше. Была или не была история, извините?